Здравствуйте. Комплект алгебра 8 класс, программа INMA8, сайт www.idiomats.md.ru. Смотрим возможности программы. Мы находимся в библиотеке, и вы видите несколько десятков файлов, которые покрывают всю математику фактически 8 класса. Мы видим ряд учебников, Марткович, Макарычев, Шарыгин, которые могут использоваться и на которые есть ссылки в программе GINMA. Мы входим, например, в популярную тему «Квадратный трехчлен с параметром». Что здесь мы видим? Ну, во-первых, 7 возможных задач. Задачи варьируются следующим образом. Найти все значения p, при которых уравнение. А дальше смотрите. Имеет один корень. Имеет не менее 3 корней. Самая сложная иногда задача. Положительно при всех x. Имеет ровно 2 корня. Один из корней меньше, а другой больше, чем 0. Оба корня действительно и оба меньше 0. Оба корня действительно и оба больше 0. Довольно большой комплект. Пошаговое решение. Ну, возьмем, например, последний и посмотрим пошаговое решение. Найти условия того, что в уравнении есть 2 корня, которые не расположены по разные стороны от x0. Вот появляется это условие. В методичке мы сможем посмотреть, откуда оно берется. Как должна располагаться вершина параболы относительно точки x0? Абсцисса вершины параболы должна быть больше, чем x0. В этом случае будет выполнено условие оба корня больше 0. Объедините все найденные условия. Объединяем условия. Записываем для исследованного уравнения. И, наконец, получаем грустный ответ – решения нет. Однако у нас есть возможность варьировать параметры. И вот смотрите, мы видим, что вот в этой случае есть решение. Решение не является наглядным, если вы не видите графика. И вот у нас с вами график. Мы можем изменять параметр и проверять, действительно ли для А больше, чем 8 девятых, параметр у нас p, для p больше, чем 8 девятых, 2 корня и оба больше 0. Давайте смотреть. Вот у нас 1,5, 2. Смотрите, 2 корня, мы их видим, они оба больше 0. А если у нас будет а меньше, чем 8 девятых, смотрите, например, 5 шестых, половинка. Вот у нас уже корень. Корень – это точка, где график пересекает ось абсцисс. Есть корень, который меньше 0. Проверим. Увеличиваем масштаб. Хорошо видно, что действительно корень меньше 0. Уменьшаем масштаб и видим всю параболу. Методичка. Методичка – электронный помощник урока. Она дает параграфы, в которых, скажем, рассматривается эта тема. Компоненты описаны. Управляющие элементы описаны. Принятые обозначения, что как мы делаем, описано. Есть ссылки, например, на Шарыгина, на Лурье. Есть рекомендуемые установки. Какие параметры надо установить, чтобы уравнение имело какие-то особенности, которые стоит обсудить с учениками. Полезные соображения. Как пользоваться графиком. Рекомендации написаны действующими учителями, которые применяют программу в работе. Вы можете убрать панель управления для того, чтобы увеличить площадь рисунка. Есть словарь, в
котором вы можете подобрать нужные вам понятия. Здесь несколько тысяч понятий, которые вы можете использовать. Таким образом, программа INMA 8 дает много возможностей для того, чтобы хорошо объяснить детям математику 8 класса. До свидания.